понравилось весной, кстати говоря, друзья. Да, ура! Мы пережили еще одну зиму. Я нормально встретил весну, допил бутылку красного. Вообще как бы замечательно. То есть, вот, ну, после, поверьте мне, когда у вас 70 человек, ковид и все такое прочее, когда вы их как бы оставили в покое, да, у этих людей не сокращена зарплата, не уволен ни один человек. В прошлом году, в апреле, когда все сидели на карантине, индексировали зарплату и заплатили премию. И в этом году то же самое произойдет, потому что такие правила. Ну, в какой-то момент можно расслабиться. Нужен ваш совет, на самом деле. Есть такая информация, что мы, соответственно, мы узнаем, сколько будет стоить очищение трав на данную композицию. Только очистка, очищение – это в церкви. Ну, у нас очистка. Ну, мы ближе к канализации, да, чем ближе. Нам сказали, что нужно, если трек выпускать через лейбл, да, то нужно писать российский лейбл Universe. Ну что, ребят, вопрос. Кто знает разницу между авторскими и смежными правами? Вы не знаете. Так что вы не сказали Universal Music или Universal Publishing. Вы должны сначала, когда вы делаете переработку, когда вы делаете... Нет, смотрите, Universal и Universal, есть коренные москвичи. Блин, какой-то праздник, я тоже. Вот москвичи понимают эту шутку, все остальные должны ее один раз как бы прочухать. Станции Смоленская в Москве переходом не соединены. Они рядом, но вам нужно выйти на улицу. Такая же история в авторском и смежном праве. Да, сейчас все три большие компании, Sony, Universal и Warner, Sony были последние, как бы взяли контроль над компаниями авторских прав. Здесь очень важная история, если вы особенно хотите быть менеджером, вы же по разным причинам тратите свой вечер понедельника на встречу со мной, и это же все как бы за деньги. Смысл состоит в том, что если вы делаете ремикс, то вы делаете ремикс на уже опубликованную композицию, которая принадлежит Universal Music Group, то есть компании, на которой я отработал. Ну, прежде чем вы начнете переговоры с компанией-издателем, вам нужно договориться с авторами. Формулируйте мне, пожалуйста, что ваш главный враг сейчас и мой тут? Что вы все занимаетесь музыкой, сейчас 21 год, я тоже и занимаюсь. Что наш главный? Кто наш? Вернее, что я вам уже рассказал? Ну, законодательство запрещено. Не законодательство. ТикТок? Нет. Коронавирус? Ну что вы? Где наш самый главный враг? Время. Потому что, начав работать... Простите, я буду приводить этот пример, потому что он нам Ростов показать, но это мое выступление. Начав работать в компании в конце 5-го года, модным телефоном считалась какая-то Nokia. И как вы понимаете, на эту Nokia не приходили никакие уведомления от ваших подписчиков ни в одной социальной сети, потому что их не было. Прошло 15 лет, и мы с вами сейчас выключили телефоны. Но когда мы с вами включим в перерыв, это будет совершенно нормально. Вы полезете, я полезу, и кто-то лезет прямо сейчас. Соответственно, я сейчас ни в коем случае не говорю, что это плохо, невежливо. Это новый паттерн, новая модель поведения людей. Прекрасно, что мы с вами занимаемся музыкой, потому что музыка – это все-таки уши. И поэтому параллельно, да, с прослушиванием там, плейлиста, рекомендаций, новинок, в зависимости от того, как вы выстроили свое информирование вот с этим бессмысленно огромным потоком музыки, у вас остаются свободными глаза, и вы можете там читать, да, листать ленту, лайкать фотографии. Ну, навряд ли смотреть ТикТок, там все-таки звук ваш. И т.д. и т.д. То есть, смотрите, за 15 лет произошла фантастическая штука. Тот объем информации, который вываливается на всех присутствующих, и на ваших клиентов, и на их аудиторию, вырос, ну, просто какие-то уже, ну, совершенно непонятные разы. Но в сутках осталось 24 часа. И это означает только то, что, соответственно, нам становится с вами
значительно труднее, чем 15 лет назад. 15 лет назад вопрос был только в деньгах. Основной вопрос был в деньгах. Что давали менеджеры? Банки. В обмен на свободу. В тот момент, в 2005 году, в обмен еще на творческую свободу. Да, там очень простая история. Артисты люди молодые, начинающие однозначно. Все помнят себя в юности. И у всех там есть дети, ну или у большинства. Соответственно, желательно сделать так, чтобы те деньги, которые мы дали на запись альбома, не пошли все на шлюх и кокаин. А хоть куда-то все-таки как бы вложились. Качество музыки сейчас никого не интересует, потому что есть ощущение, что каждый сейчас музыкант. Точно так же, как в свое время Инстаграм убил историю профессиональной фотографии, а потом неожиданно выяснилось, что не криворукий муж должен делать тебе, как бы уродки, толстожопую фотографию, а все-таки профессиональная какая-то тетя, которая тебя и подсветит, да, и подкрасит, и, соответственно, как бы у тебя будут какие-то красивые фотки. И обратите внимание, что именно в этот момент как бы там услуги фотографа профессионально стали пользоваться значительно большей популярностью, чем до Инстаграма. Но был период, когда все думали, господи, ну что же делать? У меня есть и профессиональные, как понимаете, фотографы знакомые, до какой-то момент они все думают, что это хорошо. А потом выяснилось, что ну, как бы люди нашли вот эту вот историю. Вот то, о чем я говорю, это стоит больших денег. Никаких вирусников, вот таких, чтобы прям вот заколосилось, само зашло, ну, их, они есть, но они доказывают правила, да, то есть из 10 вирусных треков один, может быть, выстреливает просто благодаря своей вирусности. Вся остальная история, она построена красиво, но вам некогда, ну, и нормальным людям, которые в пятницу вечером по-другому, пятницу, у меня, видите, пятница каждый день теперь, понедельник вечером про прекрасно. По понедельник вечером проводят как-то ну, более интересно, да, празднуя весну каким-то другим образом, не лекции. Соответственно, они это все пролистывают. Они все это пролистывают. И вот для того, чтобы остаться у них, да, как бы вот внимание, обратите внимание, TikTok начался с 15 секунд. Здесь присутствующие, ваша любимая песня, которую вы, например, хотите, вот у вас будет возможность выбрать одну песню, и вас отправляют в космос, все, на Луну. У вас одна песня, она у вас уложится за 15 секунд? Вас нет, потому что вы пришли зачем-то заниматься музыкой с этой стороны, с этой. Но, тем не менее, так выяснилось, если у вас есть 15-секундный хук, это хорошая история, у вас должен быть 15-секундный. У вас есть успех в ТикТоке.